Картошка – базовый и всеми любимый продукт. Есть множество способов приготовить ее. Можно пожарить, запечь, приготовить картофельное пюре, использовать в блюдах на мангале. И сегодня я вам покажу два самых популярных рецепта. Картошка, жареная на сковороде, и картофель по-деревенски. Картофель по-деревенски. Нарезаем ее крупными дольками. Обязательно промываем, чтобы убрать излишки крахмала. Добавляем наши любимые специи. В моем случае я использую нашу приправу для курицы. Масло. Выкладываем нашу картошку на противень, застеленный пергаментом. Я выкладываю это все кожицей вниз. Нашу картошку по-деревенски ставлю в разогретую заранее духовку до 180 градусов и запекаю в районе 25-30 минут. Для жареной картошки на сковороде картофель очищаем, нарезаем как вам нравится. Это брусок, ломтик, дольки. Обязательно залить холодной водой на 5-10 минут, чтобы убрать лишний крахмал. Поставьте сковороду на сильный нагрев, разогрейте и добавьте туда масло. На сильном огне обжариваем картофель с одной стороны, не перемешивая, пока он не подрумянится. Это нам даст яркий вкус. Так мы обжариваем картофель 2-3 минуты. Убавляем нагрев на средний уровень и продолжаем жарить 5-7. И здесь уже периодически аккуратно помешиваем. Солим картошку мы в середине жарки, иначе картошка может получиться слишком хрустящей, если ее посолить в самом начале жарки. В конце жарки мы закрываем нашу сковороду крышкой, убавляем огонь на минимум и доводим до готовности еще около 5 минут, не перемешивая. Наша картошка готова, выкладываем ее на тарелочку. Идеальным сочетанием к ней будет наши соуса собственного приготовления. Это соус сырный и кетчуп классический.